2018-й Алиса Бирюкова назвала годом строительства в культуре. Обновлен концертный зал в колледже культуры. Теперь смелые молодежные эксперименты будут на этой сцене, если, конечно, чиновники позволят. В Муроме готовится к открытию в отдельном отреставрированном здании фонда-хранилище историко-художественного музея. В Гороховце реконструирован дом-музей фабриканта Семёнычева. Построен дом культуры в поселке Красное Эхо. Было выделено 95 миллионов рублей федеральных средств, которые были направлены в том числе на строительство вот этого нового центра культурного развития в Красном Эхе. Оно сейчас в завершающей стадии, и мы планируем его открытие на февраль 2019 года. С 2019-го область включается в нацпроект «Культура». Это значит, профильный департамент через конкурсы должен добиваться федерального финансирования и на полученные деньги поправлять материальное положение учреждений культуры. В частности, как сообщила директор департамента, в 2019 году для муниципальных артистов будут куплены 4 специализированных транспортных средства. А то, чтобы дать концерт в какой-нибудь деревне, работники порой были вынуждены вызывать такси. Теперь они получат целые автокомплексы, отвечающие требованиям гастролирующих коллективов. Это не просто машины для передвижения творческих коллективов. Это специальный сценический комплекс на колесах с раскладывающейся сценой, с полным комплектом звуковой аппаратуры, световой аппаратуры. То есть это буквально автомобиль, на котором можно приехать в чистое поле и развернуть там концертную площадку. Из других неожиданностей 22 и 23 декабря «Буфест». Под Новый год книжного фестиваля во Владимире еще не было. Будут писатели и критики. Из новинок – научное новогоднее представление. А поскольку фестиваль приходится на солнцеворот, приглашен специалист по славянской мифологии. Как сказала организатор мероприятия Полина Вахотина, постараемся обойтись без мракобесия. Но мистические стороны не нужно недооценивать нашей жизни. Это же одновременно Йоль, как бы переход к астрономической зиме, да еще и полнолуние, и вот это все. И именно специалист по славянской мифологии и вот этому всему Мария Семенова, она замечательно об этом рассказывает, и она приедет и расскажет. «Буфест» на этот раз переедет в библиотеку на Дзержинского, потому что в привычном для фестиваля центре культуры на Соборной будут идти елки. У артистов они, можно сказать, уже на носу. Плясать, петь и развлекать публику артисты будут с большей отдачей, потому что радостная новость для работников областных учреждений культуры. На 30% им увеличены базовые оклады. Постановление об этом подписал губернатор Сипягин. Как сказала Алиса Бирюкова, этого события работники культуры давно ждали. Александр Инин, Артем Горчаков, 6 канал.